и останется в сердце. Этот ветер свободы. Головы вверх, гордо поднять, за тебя, Родина, мать, мы до конца будем стоять. Ну что, друзья, отправочка сегодня. Поехали. Асбест! Кто в кадр не попал, лично можете подойти. Ассаламу алейкум, бол. Малейкум, ассалам. Да, всех. Меня крупным планом. Кого крупным планом? Меня. Мама, папа, привет. Ну все, мама, спасибо, говорит, маме и папе. Все четко. Всем привет. Все, отправочка, друзья мои. Республика Мордовия, привет. Всем шумбрат, шумбрачи, каждую чи. Все наверх. На Ассаламу алейкум. Акбар! Россия! Только вперед! Задачу и всем личным составом здоровым живым вернемся в пункт постоянной дислокации. На территорию Российской Федерации. Так что мы защищаем, как говорится, границы своих территорий. Ты любой задачу выполнить верю. Да, могла. Ой, почо. Ой, фонд Ахмад Хаджи Кадыров. Фуншадов, умалах, тошду. Дар арш, ворло, пача. Любые задачи, в любом месте. Ахмад, сила, Аллаху Акбар. В их умении, в их руках явились Торе, Кубызия, на полигоны, районы предназначений, службу пограничных. Врага имел значимый вклад в дело победы. Я уверен, что эти мужчины счастливо выпило. Ура, нас тоже. Ни хера себе везут, ребята, везут подмогу, блядь. Смотри, блядь, подмога какая, ебануться нахуй, а? Все с консервацией, все набьё, блядь. И она бесконечная, слушай, сколько тут их, а? Слава русскому оружию, блядь. Дима, снимай нахуй. Ёкарный бабай, вот это красавцы, а? Видно, что не новое, блядь, сразу этого, с расконсервацией, но, блин. Да уж, красиво, блин.
долго мы вас ждали, 8 лет. Спасибо, сыночки, спасибо, солдаты. В свое время, 16 лет назад я свое отслужил в Чечне. Я спокойно пришел сюда, позвали, значит, я нужен здесь, и я должен быть здесь. Сегодня мы узнали, что к нам заходят наши ребята из российской армии. Они идут нас защищать. Мы стали Россией, стали одной большой семьей, и вот мы этого дождались. Они пришли. Давно нам надо было сюда прийти. Они уже настрадались, насмотрелись. Так что теперь они под защитой. Но мы желаем, чтобы вы все вернулись здоровыми, с победой вашей семьи. Сегодня, в этот прекрасный день, вы, конечно, могли провести этот день со своими семьями, детьми, но вы выбрали по зову сердца этот священный путь. Путь защиты своей страны от вашего имени. Я хотел бы поблагодарить главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за то, что он стал символом проведения СВО на территории Донбасса и Украины. Символом борьбы с фашизмом, с нацизмом. И за то, что он делает для бойцов не только что спецназа «Ахмат», добровольцев, а также Росгвардии, МВД, Министерства обороны. Хотелось бы поблагодарить общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова за то, что он сначала СВО делает для наших дорогих братьев-добровольцев. Ахмат! Сила! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Россия! Мощь! Ура! 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 Благодаря главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову, нашего дорогого брата, он всячески помогает во всех направлениях. Хочу сказать спасибо и огромную благодарность нашим инструкторам, которые днем и ночью занимаются и готовят наши бойцы. Мы все едины. Мы защищаем свое государство. Есть приказ верховного командующего. Это приказ будет. Хоть весь мир пойдет против нас, выполнен в нужный срок, в нужное время. Михаил, город Иркутск, Сибирь. Хочу сказать, парни, приезжайте. Не бойтесь, едьте. Берите билет и приезжайте защищать нашу Родину. Зовут Илья из Ленинградской области. Прихожу не первый раз по зову Родины. Защищать ее интересы. Ребята, не надо ждать повестки, тут все нормально, готовят хорошо. Слава России, Ахмат Сила. Я сам с Краснодарского края. До конца. Россия вперед.